насколько хуже эффективность работы гидроплазмы без биофлавоноидного комплекса. Но в целом и там эффективность достаточно высокая. Иногда в худшую сторону уменьшает активность. Биофлавоноидные кольца эти? Да, конечно. Угу. Поэтому надо тут относиться все достаточно избирательно и осторожно. То есть категорично так утверждать, что биофлавоноиды, дигидрокварцетин усиливают гидроплазму, и аналогов нет, так нельзя, нет, да? Нет. Насколько производимая вами гидроплазма стабильна? Она стабильна в пределах тех возможностей, которые есть у этой гидроплазмы. Поэтому в каких условиях хранилась, в каких условиях воздействия осуществлялись, соответственно. Поэтому в любом случае стабильность должна быть. За счет чего вы достигли стабилизации гидроплазмы и увеличения срока годности, если не использовали никаких добавок? Ну, вот за счет чего. Это уже биофизическая структура меняется, а там нет никаких добавок, никаких. То есть фактически мы работаем так называемой плазменной структурой, гидроплазменной структурой, которая находится непосредственно в этой воде. То есть тут никаких вопросов нет, особо таких не понятно. Это сложная система, очень сложная, но это гидроплазма.